это Артем Шинник. Настоящий камень преткновения для всех фаворитов. Почему Ярославль настолько хорош в игре с лидерами? Да мы со всеми хороши. Просто когда-то нам что-то не везло чуть-чуть. Сейчас мы организованно выступаем, сконцентрированно, поэтому у нас все как надо. Ко всем готовимся одинаково и вот добиваемся результата хорошего. В уже в середине второго тайма перешли на более оборонительную схему. Изначально понимали, что лучше удержать преимущество, нежели идти за вторым мячом? Да, конечно. Команда с задачами в премьер-лигу, поэтому мы же сами тоже понимаем все. И от обороны как бы лучше удержать счет. Победа нам важна была. Ваши 3 очка, ваша победа, мы поздравляем. Спасибо.